Это пизда, как здравина мне. Короче, Адель жестко очканула, и мы были вынуждены спуститься обратно. Бля, я Адель теперь не погоняла ни КамАЗика, это, я не знаю, обосрунька. Зай, обосрунька. Я выложу тебя, вот ты это выложишь, я тебя выложу, как ты на самолете летаешь. Вот один. Бля, ну это пизда. Ебать! Ебать! А нам еще дохуя, понял, братан? Это пизда. Братан, это пизда. Это пизда. I can! Это пизда. Че, ебашу? Ебашу. Короче, мы сейчас решили еще раз пойти на эту качельку, но задача быть все время с каменным ебальником. Вот у кого более каменный ебальник будет, тот и выиграл. Все, вы готовы? Точно? Да. Нам просто нужно сделать каменные ебальники, поняли? Ни капли эмоций. Вы готовы, дети? Да, капитан. Да, капитан, нахуй. Ебать мы высоко. Когда зацветет весна и покрасит розовый собой облака.